Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. Микрофона Мария Кожевникова. Обманутые дольщики организуют очередной пикет. Владельцы недостроенного жилья в Слободе Новое Сергеево выйдут 15 октября к зданию администрации города. Это мероприятие будет массовым. Ранее, напомню, одна из активисток Татьяна Широкова вышла с одиночным пикетом к поликлинике, которую посещал во время визита в Киров полпред президента ПФО Михаил Бабич. Правда, полпред тогда с обманутой дольщицей разговаривать не стал. На днях дольщики Слободы Новое Сергеева расклеили по городу листовки, в которых попросили губернатора обратить внимание на их проблему и взять ее под личный контроль. Напомню, 20 домов в новом микрорайоне должны были сдать еще в конце 2016 года. Пока построены только 5 из них. Дайджест недвижимости. На торги выставят Вятскую кунсткамеру. Здание, в котором располагается музей, собираются продать в следующем году. Также в 2018-м будут выставлены на торги здание поликлиники на Карла Маркса 17, стрелкового клуба на Лепсе 4Б, здание с помещениями библиотеки и учебного корпуса на Орловской 15 и ряд других объектов. Информация об этом содержится в программе приватизации госимущества на 2018-2020 годы, которые на днях утвердили в правительстве региона. Всего за 3 года будут проданы 38 объектов. Среди них также комплекс ТУП-санатория в Советске, здание базы отдыха в Нижнеевкино, бактериологическая лаборатория в поселке Фаленки и другие. Доход от приватизации должен составить 40 миллионов рублей, 20 из них планируют получить в следующем году. Дайджест недвижимости. А сейчас информация от наших партнеров. В центре города идет строительство нового жилого комплекса на месте бывшего завода «Крин». Фирма «Маяковская» уже начала возведение первого 9-этажного дома. Всего в новом микрорайоне появятся 3 9-этажки. Несмотря на плотность застройки городского центра, у кировчан не возникнет проблем с парковками, обещает застройщик. Их будет даже больше, чем положено по нормативу. Решает Маяковская и одну из главных проблем Кирова – нехватку мест в детских садах. По контракту, который заключила компания с администрацией города, Маяковская бесплатно передаст в муниципальную собственность помещение в одном из домов комплекса. Там будет открыт детский сад на 50 мест. Первые договоры долевого участия в строительстве дома на улице Карла Маркса, 18А, с кировчанами фирма «Маяковская» уже заключила, рассказал ее директор Дмитрий Сергеев. Та отличительная черта, которая у нас есть, она в этих домах все равно будет присутствовать. Это будут дома новой планировки, которые мы еще ранее не представляли для жителей города Кирова. Но традиции, какая-то своя вот изюминка в них будет присутствовать. Это кирпич, это высота потолков, это удобство планировки, это фасады. Традиционно мы заключаем договоры в квартирах в чистовой отделке с высотой потолков 2,70. А дальше уже работаем с каждым инвестором, с каждым дольщиком индивидуально. И пожелания его, конечно же, в процессе строительства будут учтены. Отмечу, компания «Маяковская» ни разу за свою 20-летнюю историю, даже во время сложного финансового положения, не срывала сроки сдачи объектов. Первую секцию нового жилого дома на Карла Маркса, 18А, планируют сдать к концу следующего года. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.